Кстати, всем снова здравствуйте. Лазил очередной раз на OLX и нашел за каких-то 1500 хрене синюю тейл. Лично я ее, ну, синюю тейл обычно видел только один раз. Вот этот первый бастес, который выложил еще, по-моему, оригинальный канал GB или как там его там. В общем, можно сказать, первый бастес в Ли 5 был. Очень давно. И именно там была синяя тейл. Вот она, к примеру. За... Ну, он, с виду она более-менее норм состояния, если честно, даже. Но она, конечно, не плохо видно, что это тейл. Но... Как называется? Доверимся продавцу. И тут нельзя картинки увеличить. Поэтому... Ну, не знаю. Даже не знаю, зачем я это видео записываю. Просто скучно.